Театральный клуб «Зеркало» и студия «Театралка» – клуб молодой семьи «Семья» – ивент-команда. В этом году давно работающие объединения молодежного центра открывают свои двери для новых участников. Кроме того, можно в новом учебном году присоединиться и к школе КВН. Это относительно новое объединение, существует всего год, но за это время ребята уже успели провести несколько игр на городском уровне. Влиться в дружную команду веселых и находчивых могут саровчане от 14 до 35 лет. Нельзя научить чувство юмора, я считаю. Но вот на наших собраниях, на наших, так скажем, занятиях, можно назвать так, мы говорим про эту игру, мы говорим просто про юмор, мы учимся юмором, мы учимся придумывать, мы учимся играть, мы организуем игры, мы организуем команды, в общем, все, что связано с юмором, я не назову это узко КВН, да, все, что связано с юмором, но и КВН, в частности, мы стараемся изучить эту игру, научиться в нее играть, научиться шутить, придумывать шутки, вести себя на сцене. Педагог Игорь Буряков – КВНщик со стажем. Играть начал в 2009 году во время учебы в Томске, играл за местную команду. С ней он дошел до первой лиги. Свой опыт Игорь теперь передает ученикам. У нас есть несколько команд, есть одна большая сборная команда. Конечно, мы хотим больше, потому что КВН – это зависит все от команды. Чем больше команд, тем интереснее игры, тем интереснее нам всем. Поэтому мы ждем еще больше команд из разных направлений, поэтому приходите обязательно. В этом году молодежный центр открывает несколько новых направлений, в том числе оздоровительное. Это плавни с мамой и микс-дэнс – студия современного танца. Занятия хореографии помогут развить пластику тела, координацию движений, улучшить осанку и чувство ритма, придать уверенности в себе и повысить самооценку. Программа обучения входит в занятия классической хореографии, также танцевальные, современные танцевальные направления, занятия бальными танцами, общая физическая подготовка. Ну, в общем, будем экспериментировать, ставить номера, потом попробуем выступать с этими номерами. В общем, думаю, будет весело. Хореографическая подготовка приветствуется, но это не обязательное условие. Главное – желание заниматься танцами. В студии будут рады и мальчикам, и девочкам от 12 лет. Научить танцевать можно любого абсолютно человека, было бы желание. А опыт работы у нас огромный. Поэтому любой желающий может научиться абсолютно любым движением, было бы желание. Узнать подробнее о новых направлениях, пообщаться с педагогами и записаться в объединение молодежного центра можно будет на дне открытых дверей 23 августа. Начало 18 часов для лиц старше 6 лет.